Законопроект о дальневосточном гектаре готовится ко второму чтению в Госдуме. С момента первого чтения в проект закона внесли большое количество поправок, предложенных регионами Дальневосточного федерального округа. Большинство из них предложили депутаты Госсобрания Илтумен. Основная часть изменений в статье закона инициировали члены фракции «Единая Россия». Также активное участие в обсуждении законопроекта принимали и члены Общественной палаты республики. Во втором чтении закон планируют рассмотреть 12 апреля на пленарном заседании Государственной Думы России. Запрещена сплошная вырубка лесных участков. Более того, если гражданин получает 1 гектар лесного участка, то в собственность он его может получить не через 5 лет, а лишь через 15. И то в случае, если он выполняет все наше лесное законодательство. Считаю, что документ, который мы выносим на второе чтение, он довольно-таки прогрессивный и даст свои положительные всходы. Сегодня можно подвести итог о том, что примерно 2/3 территории Республики Саха-Якутия удалось вывести из-под действия этого закона, отстоять несколько таких принципиальных позиций, которые исходят из интересов населения республики.